Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Мы находимся на предприятии «Монолит двери и сейфы», который находится в городе Киеве по улице Вискозная, 3Б. Я являюсь основателем, директором и идейным лидером компании. Сегодня я немного расскажу вам о нашей компании, о том, чем мы занимаемся и какие преимущества вы получаете при сотрудничестве с нами. Хотел бы начать с того, что наша компания уже не в первый раз защитила сертификацию своего производства по международной системе качества ISO 9001, благодаря чему мы можем выпускать продукцию с постоянно высоким уровнем качества и очень высокой повторяемостью. Сейчас мы находимся возле испытательного стенда, в котором, как правило, проходит продукция с проверку на, скажем так, массогабаритные параметры, на соответствие бланку заказа перед тем, как отправляться заказчику. В данный момент здесь установлена сейфовая дверь, которая будет доставлена и смонтирована заказчику в частное сейфовое хранилище. Давайте пройдем дальше, я вам немного покажу наше производство. Продолжая знакомство с компанией «Монолит двери и сейфы», я хотел бы вам показать наш цех механической обработки, в котором мы производим изготовление, фрезеровкой, термообработкой. На данном участке мы изготавливаем нашу уникальную защитную фурнитуру, декоративную фурнитуру. На многие наши изделия, на наши разработки получены патенты на территории Украины. Изделия, которые здесь изготавливаются, как правило, уникальны. Их нельзя купить на рынке. Поэтому, учитывая ту продукцию, которую мы производим, с максимально возможными защитными свойствами, то мы вынуждены содержать механический цех для того, чтобы в любой момент мы могли как адаптировать существующую деталь, так и выточить совершенно новую. С участка механической обработки мы переносимся на участок сборки. На данном участке двери обретают уже свои окончательные защитные усиления, такие как 12-миллиметровые каленые пластины нашего производства, такие как броненакладки «Монолит», которые также производятся в стенах нашего предприятия. И, естественно, двери обретают уже свой окончательный внешний вид. Все работы, которые проводятся, все мастера, которые проводят эти работы, они имеют наивысшую квалификацию в отрасли и максимально возможный опыт. У нас очень сложные собираются замковые ригельные системы, такие как наши перезапорные системы, такие как системы тяг, очень сложные, которые обходят замки. Все эти системы требуют высочайшего уровня подготовленности мастеров. Такими мастерами наши сотрудники являются. Находясь на участке сварки, хотел бы отметить, что этап сварки в изготовлении наших изделий является одним из самых важных. Поэтому оснащенности и участке уделяется особое внимание. Оснащенность постов сварочных мастеров – это полуавтоматические сварочные аппараты 500 ампер, электродуговые сварочные аппараты 500 ампер, специальные магнитные сверлильные станки. Все это оборудование позволяет нашим мастерам, которые уже работают у нас несколько лет, которые не меняются, которые уже имеют за плечами опыт более 2000 дверей, именно взломостойких дверей, позволяют выполнять стабильно повторяемые конструкции. И при этом могут выполнять работы по нестандартным конструкциям, при этом сваривая детали настолько прочно, чтобы они не просто, скажем так, имели целостность и не распадались, а чтобы при взломе их нельзя было разорвать. Мы находимся в помещении подготовки к покраске. В данном помещении, как мы видим, находятся рамы, которые поступили сюда с участка сварки. И рамы выготавливаются. В данном помещении рамы грунтуются, после чего на них наносится краска нужного цвета. Ну и наконец мы переносимся в наш офис, который находится также на нашем предприятии. В данном офисе мы проводим встречи с заказчиками. В данном офисе мы обсуждаем рабочий момент относительно изготовления дверей либо сейфов. Поэтому рад буду видеть вас
для обсуждения моментов по вашей двери либо сейфу. Всего доброго, до свидания.